Я думаю, что касается Ходорковского и узников Болотной, то тут однозначно можно применить амнистию. А что касается Пусси Райот, тут, не знаю, у меня мое мнение разбивается, не знаю, оно двоякое какое-то, потому что если с точки зрения человеческой, то как бы, ну, нужно девчонок отпустить. Но с точки зрения моральной этики, я все-таки считаю, что их поступок, он, ну, довольно-таки жесткий. Это, опять же, именно для меня. Поэтому нет.